Чтобы если первое сольется на этом пути, второе добило гада. Да зальет? Да зальет, да. Стартули? Ну или Хорошо. Репит, а если нам с запада найти, вот зайти по зеленой метке? По берегу проехать? Мне знаешь, что не нравится? Мне нравятся лысины вот эти перед самой базой. Мы придерживаться будем. То есть мы по лесу идем опасно, а лысины это, мне кажется, еще более опасно. Одного человека ты поставил, который будет просматривать. Я тебе так скажу, лес, он здесь, это не такой лес, как, допустим, Черноруссия с кучами елок, а лес здесь более, больше стоячих высотных деревьев. То есть, да, не, за кронами только прятаться. За, да? Кронами прятаться, да, только. Ну, как бы видишь, тем более получается. То есть разница только, разве что мы басконом будем перемежаться, если вдруг этот пилот стоит на вершине и палит на лес. Только за лесом скроемся, за кронами лес. Можно оттуда пройти, так-то разницы большой нет. Просто тут... у нас действительно с ценового направления все идут, это не очень хорошо. А, всегда что ли? Или ты имеешь в виду сейчас? Ну, сейчас план вот у нас получается, Чарли вот идет с того же направления. А сколько у нас людей? Чарли. У нас 8. В Чарли. А, у нас Чарли 8 еще. Забиты. И Чарли еще куча. Да, 8 а, человек. Нахрена, наверное. У нас Альфа еще не, вообще нигде не задействован. Ну, тогда, без командира. Тогда можно, можно. Альфа с командиром. А, с командиром? Ну хорошо. То есть вы поведете, кто-то поведет, да? У вас план уже есть. Альфа можно вот так пустить, то есть за... По синей стрелке? Вот, вот так вот устроить заход вот такой вот. Это какой? Ты напиши там отделение 1, там 2. Ну как ты предложил, Альфа по юго-западной стрелке идет. Чарли нарисовано. Браво или мы там кто. Мысли пыши типа вот с запада. Итали. То есть в таком раскладе у Альфа будут неплохие шансы вообще зайти. Так как у Браво и Чарли, у них могут там с севера, да, там. Глажочек — это наша респа. Угу. Чтоб не заблудиться, на берег просто выкатывайтесь и уже там катите. Хотя можете по прямой ехать на Хаммике, на Land Rover. По компасу. А они как выглядят? Что за черти вообще? Американцы, наверное. Американцы 80-х годов, как говоришь. Почему все атакуют центр? Когда нужно атаковать базу. Не знаю, нарисовано что-то типа центр. Что там что-то есть. Не, ну Браво может базу зайти проверить. Альфа и Чарли на высотке. Вдруг они ленивые, если мы никуда не пойдут. Все на эту высотку, а брак кальция на базе. Не, ну написано вулкан ПВО уничтожить две установки. Так они сказать. Могут кататься же. 100% в лесах будет стоять. Прям да. Вкусно. Поэтому по сторонам смотрите. На базу видите, в ангар завести, большой, вот и все. Большую металлическую хрень, видите, это вот наша цель. Слушай, ну если они в лесах, то тем более пойдем, у нас получается заход как бы с юга и будем подниматься на север. Я прослушал, они стрелять могут или нет? Могут. Вулканы. Да. Новые, новые. Просто на высотку ставишь одну такую и просто отстреливаешь, слушай, движется. Легко. Кто в Альфа в отряде? Можете кто-нибудь взять этого связиста? Радиста. Радиста, связиста. Да вы с него нет. Кто-нибудь из других может взять, снять рюкзак и рацию взять. Обязательно ДВшки берите, будем поддерживать связь. Стартуйте уже. Грифон, отдашь мне ДВшку? Нет. Ну тогда сам будешь сидеть, ну да. Нет. Да. И взорву. Чем? А Чарли все помещается в машину в одну? Да. Эй, Альфа, Браво, там, в принципе, можно на двух машинах растасоваться. Мимо Альфа, Браво будет проезжать. А зачем каждому по 4 метки-то? Именно.
Это война. На товарища. Бинтиков не хватает. В принципе, знаешь, как получается, как надо идти? Вот Альфа идет в центр, да? Браво доходит до... На это ходите так, где-то вверх. Если лес тут надо прочесывать, так скажем, в поисках машины. А они за город могут выходить? За круг не могут. За какой город, понял? Ну, за это. Так, Макар, за город штурмуют? Ну, там какие-то постройки. Города там РЛС обычная стоит одна штука. Угу. И сарайчик. Альфа, браво. Да они, наверное, в ангары, как обычно, поставят. Так, все, я вернулся. Запускаешь? Сейчас ходил. Они готовы там или нет? Уже лимит времени исчерпался. А, ну сейчас. Тут даже такое есть. Еще. Наверное, вопрос не надо было ставить. Стартуем. Так перепиши, Паш. Ну а что-то они не ответили, все, Паш. Ни да, ни нет. Молчание, знак согласия. Это такое интригующее утверждение, а не вопрос. Угу. А кто это без ника? Читеры. Почему в чате не отображается ник? Читеры. Я тебе, Гунзо, потом расскажу, как можно так сделать. А, окей. Читеры. Заплатить? Да погнали. Через постель. ТЗ уже всем. Этот вариант не подходит. А что, давайте сортуем. А сейчас давай подключаться, да? Ты запускай. Ну, а КС игнорят, короче, ладно, поехали. Сейчас до них побежит, не увидит. Ну, подумаешь, разорвется у них пукан. 10 секунд подождем. Если ничего не пишет, то не спит, передай слово. Да игнорит, игнорит. Кому мало медицины, в ящике еще есть. ПНВ можно сбросить. А здесь все доктора, получается, или нет? Да, да. А у кого-то, может, и доктора, у меня вообще ничего нету. В рюкзаке смотрю. Да? А, точно, рюкзак даже есть. Каким образом я был вроде медиком и стал СДВшкой? А вот, вон за... Блин, как ты поддерживаешь, что...
мы все тайминги просрали уже. Проверка. Че, едем, все? Да, мы куда садимся? Ну сюда, вот наша машина. А, тут типа это, рядышком. Все, все у меня есть. Так, есть перезарядить Defender, а где сесть Defender? Слепыши, прием. А, да, слышишь? I'm still. Там спереди еще одно место есть, кому нет. Да, место водителя. А, вышел водитель. Здесь водитель с другой стороны. Так, что, едем на берег, да? А, да. 102 это же мы, да, получается. 102 слепыши. Значит, нам надо назад ехать. Нет. Потом по берегу. Эй. На северо-запад ехать. Там какие-то аутисты на стороне. Так слышно издали или нет? Наверняка, да. А, это та высота, я думаю, уже она рядом. У кого там веселый сантехник? Репитная. Вы как, меня слышно? Да. На ТВ есть кто? Да. ДВ, прием. Да-да, прием. Меня на ДВ вообще слышно? Слышно. Неужели? На КВ. Тебя слышно. Прием. Das ist nicht. Надо будет еще к сменной колеса добавить. Просто сделай их неубиваемыми. По берегу спускаться смысла нет, поедем так по скорому. Да. Это подниматься. Там все равно сейчас спуск будет. Стекло лопнуло. Застряли, сейчас выберемся. Рнях? Ну. За
Зато стекло выбили до конца. А древеть веточкой хлобыснет в глаз? Это да. Я боюсь, что тут сможет хлобыснуть и не только в глаз. Погорим, не доехал. Там по частотам побегайте, что там было отделение других, говорится. А ладно, брось. Ну, меточка на себя будем ставить, да? Как приедем, обложимся, сейчас чат. Нам еще за этот мыс отгибать. С этими покатушками по лесу представим, в принципе, можно и не делать, вот так есть. Пока приедем, пока то все уже там, блин. Да, принял вас, но вообще уже. А у них отделение называется Лисица и Волк. Да, ясь. Не, заяц. И суслик. Так, мы мыса обогнули или мы сейчас пока еще его проезжаем, что я уже не. А, вон, углубление все. Нам же от углубления надо плясать. В берег имеется. Да, мы отсюда уже должны поворачивать. Да. Пешком пойдем или поедем? Там километр, можно пешочком пройтись. Сейчас в лес заедем, а устанем. А точно точно мы доехали, ну, сейчас углубимся, пешком долго не охота идти. Доехать-то мы доехали до метки Браво, мы доехали. Сейчас поднимаемся вверх. Да. Тем более через лес спиваться ничего нам не сделают. У него там фугасные контакты с листвой взрываются. Сейчас будем высаживаться не через выйти, а через выпрыгнуть. Не хлопать дверьми.
Так, ну все, давайте, наверное, здесь, да? Дальше будет как-то стремно. А вы говорите, морфин зачем? А чё РПГ не взяли? Так, я одну трубу взял. Кому надо, еще возьмите трубу. Это шлипы, жаль, до места назначения. А где мы находимся? Примерно метку, да? На восток, вверх. Трубу взяли там одну? Да. Хорошо. Гана, я тебе скажу, Паша, это сторона света у нас. Да, да. Я. Могу подключить. Попробуй. Можно или нет? Есть лечение? Сейчас проверю. Нет, все нормально, все. Ну, гранаты ранят, полечусь. На картах лучше не ходить, а то... Нормально. Спереди огонь какой-то. Да. ГПШ, это у вас контакт? Да, у нас ГПШ тут рядом прям. 140. 180 наблюдает движение, по верхушкам бегут. На запад. Всем залечь. Я вроде убил его. 2-3 человека на 180 бежали на 200 туда, короче. Вдоль гряды и верховные. Отход делал, походу. Пока лежим, смотреть надо. Винтуется кто свой? Где? Вот где УАЗик. Выше УАЗика. На 160. Двое. Один. Ну что, это наш? Один, убить его. Там УАЗика не должно никакого быть, у нас только Land Rover. Land Rover. Выше Land Rover. А, это значит наш. Есть связь с зайцами? Зайц на связи, блин. Полком перебирается. Да, пока вверх ползком. Зайц, блин. Походу это зайцы были. Спросите их, кто там у них сейчас ввязался. Зайц, блин. Зайц молчит. Ребята, на норме заходите. Так, прием есть на связи. Внимание, движение на 170. Прием. Так, вы в какую сторону убежали? Управо есть? Вызывай. Да это не наша, на 170. Нет, там наши машины, на восток двигались. Это если только Альфа там вызывалась. Там стоит машина. Да, и там человек. Это мы были, нас накрыли или ГПшками, или чем.
мы, короче, по-моему, сряд. Так, сейчас я проверю этого чувака, который я ранил. Смотрю, что со средним. Куда это? Есть прием на связи кто? Да, есть. А это вы на около лендровера сейчас своего стоите? Ну, я один стою здесь. А, по вам ГП шли, да? Да, да. Понял. Вероятно, мы слева от вас сейчас, от лендровера. Вверх, если подниматься слева от вас, мы по нам ник не стреляйте. Мы рядом с вами. Ушел к себе на частоту. Так, я им вроде передал, что это мы там. Да это наши вроде бы. Около... Там в банданах. Да. Мы в банданах, у нас в касках никого нет. Принято. Сейчас я этого найду, который бежал. И вверх поднимаемся вверх. Принято. Чё у нас? Вот в каске один лежит здесь, тусый. Ну все, значит это враг, мы убрали его, отлично. Рацию не брать, а не... Возьми. Неваляшка. Поздравляю, неваляшка. Кому гранаты нужны, ГПшка нужна, М16 берите. Чё говоришь? На шопах. Да, на шопах. Да, на шепот переходим. У нас здесь противник, значит, может быть. Как на шепот перейти? Контр-тап, контр-тап. Там будет написано, когда шепот включен. Паша, я могу предложить на север все-таки пройти, там подняться на восток и чуть-чуть вниз приспускаться. Что-то в лицо не светило, да? Да, 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 все, давайте. На север сначала. Как на шепот перейти? Контр-тап. Пока не увидишь там шепот, нажимай. Репит, я смещаюсь на север. Да-да-да, двигайся на север. Вниз, вниз там получается. Тут елки начались густые. Еще отходим, ребят. Да можно, наверное, уже пробовать, мне кажется. А то я только это потерял тут. Мы походу потерялись. Да, давайте заходить уже. Да не-не, у нас только... склоне, склон вниз на север, на нем идем на восток. Как только добежали до склона вниз, на север. Так, кто-то впереди у нас там. АВС металла, кто-то у нас впереди на. 70 по гряде шел налево. Так, это могу быть я это возвращаюсь. Стой, у меня пан. Бинокль есть сейчас. Я лег, я встал. Вижу кого-то. Не знаю. Паш, а у нас вижу. На 50, где-то 60, вижу. Уже там на высоте какая-то херня стоит. Да. Вижу, я не вижу, у меня солнце в лицо, я не могу понять. А ты где находишься? Ну я на север спустился, сейчас иду на 60. На 80. Вот где-то у нас слева на 11 часов, скорее всего, так АВ и сметана у нас. Здесь налево кто-то ушел, сейчас посмотрим. Да, это я тоже забьем. Ага, понял. Так, репит, где ты там говоришь на чем? Ну, я вот мы вышли на какую-то проплешину. Мы вниз спускались, да? Да-да-да, вижу, вот по полю бежит один наш. Бежит по полю. Понял. Так, я могу гранаты закидать туда. Тут уже базу видно. Надо в базу гранаты кидать.
Да у нас гушаки, какие гранаты? Мы с гушаками нужны. Че, ну давай есть еще кто? Есть. Да, слепыш есть. Так классно мы спас. Скорее, что на базу заходим. Мы приняли, походу. Мы уже в базе продвигаемся. Скоро на базе будет. Маш, нет, чем селенца, перейти. А, подожди, да, понял. АВС, Метана и кто тут с нами был. Мы сейчас пока базу военную внизу просмотрим. Сейчас заглянем туда, не заходя. А ты, репит, посмотри. Да я с вами уже, со Сметаной, с вашей трубой. А, все понял, понял. Метку передвинулся. Сейчас в бинокль быстро гляну на базу. Я вот вижу тут со Сметаной на 140 что-то движняк какой-то там бежит. Слышал, как техника только что заглушилась. Где направление? Ну, как сзади нас, мол, блядь. На юге, то есть? Да. Возможно. Понял, будем учитывать это. Давайте ползком лучше здесь, в полный рост это вообще жопа. Рангеку, ты там на... А, ты не видишь, непонятно. Технику слышу. Тоже на юге, да? Со стороны базы какой-то пулеметный огонь был. Технику заглушили здесь, на востоке, рядом с базой. С какой? Где вышка или где с забором базы? Сейчас не могу определиться, вот где ИВИ, там, где ИСКО. А вы около какой-то дороги сейчас. Я через дорогу переполз, у камня валяюсь. На базе вроде машина заглушилась. Так, ну чё, а на верхнюю, где вышка, никто не поднимался, не проверил? Где радар? Да, где радар? Нет, мы ж вместе внизу. Понял, а репит, ты сделай запрос этим вышкой. Запрос. Что они пусть зайдут на радиовышку, а мы базу военную проверим. А, это слепыш, вы на радиовышку заходите, а мы на базу будем заходить. А, давайте начинать. Ну, они предлагают начинать. Ну, ползем. А, у нас это база, да? Да. Да, ползу вниз. Слепыши, мы на базе, короче, находимся. Слышу здесь за оглушенную технику. Да, да. Работайте. Принял. Все внимание на казарму. Особенно западнее. А восточнее базы, короче, движение его было. Я захожу с... Короче, не смог. Это база строить, где вы доходите. А... Слышу технику тоже. Бэха. Ну это наша вот эта техника. Так, каких-то двух я вижу на базе. От базы на востоке. С гушаками. Это кто вообще такие? Вроде наши. Альфа, наверное. Альфа? Нет, а что они здесь делают вообще? С левой стороны дороги.
что на базу не закинем. Но на базе это тебя угасит, выбег. Гранату кидать, где известно, может сидеть там в помещении в каком-нибудь вот такого вот. Или за елками кто-то сидит, если, то есть, известно. У нас преимущество, у нас глушаки, нас не слышат. То есть на наш шум никто не придет. Вижу, там кто-то ползет возле вертолетной площадки. Так, значит, мы тоже на территории. А вы на территории базы с забором? Как понял. Все верно. Под огнем впереди. Эх. Ну, ПЗ отъехал. Ты вот откуда снял? А, пошли, я тебя снял, что ли? Не знаю. Ты с казарм, что ли, да, я потом да, сидел? Да, да, да. Понятно. А как меня сняли? Я был в казарме, меня не могли снять, потому что там валялся два человека дохлых, и все. Кто меня снял? То есть все-таки военная база, понятно. А где здесь еще там быть? Ну, за елочкой спрятались бы. Ну, была такая, но. Так, одна здесь и вторая здесь. Понятно. А, и все ясно, сейчас, короче, все с данными сливать. О, как вы там забаррикадировались, жесть. Здесь, по-моему, будет хуже, если будете внутри стрелять и спиваться. Блин, куда мне снега такое? Не знаю. Да я не знаю. Я просто по казарам перед тем, как умереть, выстрелил. Ну, я видел, что они стреляли, потому что я спрятал. Ой, кто-то умер еще. Хьюма, ты сказал, будешь убивать всех, кого увидишь. Почему никого не убил? Почему я как минимум одного убил, а то и двоих, троих? Знаю, вообще сквозь стену сдох. Кого? Упор? Или это не ты? Он просто на тело сквозь стену валяется. Ух ты, обе фикс там в спины. А, ты вообще вышел, что ли, да? Я наблюдателей послал на точке, вон точка обе здесь находится. Так обе что-то все время молчал. Роксар, давай, на обе выходи. Наступи на него. А где техника? В ангарах. Угу. А я понял, чем отличие. В чем, в смысле, различие? Ну я просто не знал, как наш выглядит, потому что сразу убежали все. Блин, знал бы, что у синих будет такой очень умный план, я бы пошел за красных. О чем план должен быть? Какой? Мы в батл не сидим. Ну, что-то как-то вообще пиздец. Сейчас, у нас кстати, зона небольшая, у нас зона маленькая, что какой план придумывать? Да вот эти типы, которые сейчас на юге, они будут эти 500 метров преодолевать хрен знает сколько. Да, допеку. Здесь никого нет. Обе сейчас принципиально никого не убивают. Верст, штурм пошел, понятно. О боже мой. Надо было здесь. Ой, ребята, что, свои что ли убивают их? Нет. Обе. Всегда. Кто поедет, фото стреляет. Фото в спину только что стреляли, кто это? Это Азат что ли, или кто? Не знаю. Кто там говорил, что не будет разуться? О, диванчик сидит. У нас будут стоять две штуки в ответ, ну и чтобы просто простреливать все. У них даже шанса не было открыть дверь. Сейчас обе всех перебьют. Да убили чисто, принципиально никого не убивает. А, он убил двоих. Да нет, убил. Убил. Да после этого лежит. Он под справа парень ползет такой. Тудун, 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 тудун. Тудун, 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 тудун. А
А, это репит, репит его голову по телу, слышал где. И увидел. А увидел. Один, все. Обе. Эй! Слушай, я в тебя, что ли, не попал? Как? Ты? Да, открыл квест. Попал, ноги сломал. Обе, рядом с тобой человек полз в 10 метрах. Ты помешал от него, ну ладно. Вообще не понятно, как он стреляет. Казан постреливается, нет? Вот куда да. Этот Рунгикут стреляет? Он своих там ложит. Так, мне также тот же самый вопрос. Вырос, что ли? Как он это сделал? Да их осталось вообще мало. Тут морязные, они ходят, короче, в эту фигню и их просто простреливают насквозь. Техника. Там сидит, правильно? То есть, не штурмануй, да? Не, можно? У вас есть чем взрывать эти ангары? Есть. Ну тогда чё? Да чего есть? Пошёл так у командиров. У командиров только. А если забота укропа зайти, бан получу? Да. Но ты только никому не говори. Угу. Мы сами вычислим. Тут какой-то просто тебя кидает трассу. Пять, вот смотришь кто-то через окошко. Когда есть окошко сзади, смотришь техника объела вообще. Да. А я кого убил еще вон там в поле, который сидел? Я не убил. Не знаю, я скорее всего ПЗ снял, потому что кто же умер. За несколько секунд до меня, да? О, вижу, в поле какой-то рюкзак, какой-то убил с РПГ-очки. Кто умер за несколько секунд до меня? На базу, конечно, со склона заходить было это же. Ну что, наоборот, ну вот это основная была проблема наша, то что мы не могли как бы, ну, склон боялись. Хотя, с другой стороны, тут наоборот надо с низины, потому что у вас там триггер поджимает. Так мы, помнишь, мы тоже намывали, да, с низины вообще нормально, взорвали стенку, просто укрывали всех. Нам со склона чем плохо? У нас солнце в лицо со склона. Неудачно, да. По-моему, солнце в лицо вот с моего ангара, да, с моего ангара солнце вообще. Там главного входа, с главного входа вообще. О, солнце на востоке. Вот да, на востоке солнце прям вот. Я... Зря. Офигеть! Офигеть! Еще встал и прям... Жизнь, а ты думал, что бессмертный что ли? Не, слышишь, не, миска нормально, но вы неправильно зашли. Думал, что ты у Паши купил, думаешь, бессмертным будешь, да? Я в состоянии 25. Помнишь, что миссия, где я бессмертный был, да? На этой же миссии был бессмертным оккупант, кочегар, кто-то там еще. Че это за миска была? Не стал бы называть эту миску нормальной. Сергей, только приготовление тактикула ради вот это все. Это флэр, прям все. Ну вы слились, конечно. Я вас увидел еще, когда вы подходили к себе. Флэр. Фига ты сел прям перед пехотой. Следующий АВ будет или что? Так обидно, меня убило собственное БМП. БМП? Ну вот это вот, БМП. Вулкан. Расстояние 20 метров, прикинь, 20 метров убило. Ну так ты думал, что бессмертный что ли? Да. Они сказали, что кого увидят, будут потому мочить. Нет, я не высунулся, 20 метров расстояния. Флайр, а чё, у Гонза Сачил так никто не залутал, что ли? Только разговоров было. Флайр. Не знаю, я думал, у вас у кого-то. И поэтому ну, подходить так, туда. Как-то не хотелось, да. Можно было поставить сейчас вот в одном углу, и там пару пехотинцев бы убил. Объясните, как меня вырост убил? Я так и не понял. Через окно. Так не, я смотрел же в окно. Не было там никто. Мне кажется, он в дверь просто. А, Аздонь, я думаю, что у меня дверь трясется через пол, стены трясутся. А это стена. Нашел, как мы дверь расстреляли. Читы, короче, ясно. У Паши опять читы покупаются. ВХ всякие там, да? Да. А и на себя. На себя при этом. Теркадий. Оп! Что меня убил одним выстрелом? Контрадарец. Чёрт, Кай делает. Какого-то это убил. Разведчика. Что делает Аркадий? Скажите мне. Её надо только ночной играть. Ага. Для атаки. У кого? У кого? У кого? У кого?
Миф. Нет, должно не подвоиться. Аня, у тебя седьмого. Замуйся. Че у тебя микрофон такой? Он все время орет больше всех, почему так? Ты дурак, выключи свою кнопку. Почастишься, выкинул. ПЗ, почини его, пожалуйста, или озвони, почини. А, блядь, потому что я микрофон говорил. Да это без шансов для атак, можно рубать. Это что, они мега подрос бойцы. А, две БМП зажали. Как меня вот убили, короче, я сидел за этой стенкой, ну ладно. ПВО, зажались в ангаре. Да. Две сразу, одна прикрывает другую. Представьте, как они будут защищать, только дверь открывается, а туда уже летит зал. Это взрывается ангар этот, сечен, и РПГшка расстреливаются эти, М113. Прошло 15 минут, Иванчик приобрел 300 метров. А чё он делает? Для этих целей просто непонятно, зачем так далеко спавнить, например, атаку. Я говорю, чтобы заняться штурмом этого несчастного ангара, можно просто метр вставить. Здесь это сделано для того, чтобы не было фристайма. Чтобы чем-то занимались люди. 3 километра, вам по лесу ехать, да? По лесу просто. Кстати, а тут нельзя реализовать такую же фигню, как в Армии 3, что там строить какую-нибудь фигню из блоков, там куда надо этот... Из блоков, Майнкрафт, иди играй, из блоков построй себе там катапульт и запускай бункер себе. Бункер поставил куда надо, там подобное. Нет такой фигни? Можно, это все скрипт, только зачем? Бункер, давай сюда. Я хотел бункер поставить. Тут мешки вообще-то есть, вот сие, берёшь азарт, мешки. Ну, мешки, они фиговые, лучше их только есть. Они там два мешка, или два или три мешка там. А просто мешок, он вообще нечем. Скажите мне, азарт так давно лежит вообще? Тут да. Азарт. Его дерево придавило, он не может. По-моему, его скушало. Обросло, просто уже несколько лет лежит. Я просто подумал, что это настолько крутая маскировка, что ну просто куда-то идти, он уже не хочет. А, лучше до конца миссии пофрагаю кого-нибудь. Вдруг. Не пойду, не буду. Аркадий Гард, еще третий кто-то, что они там делают? Чутовой долго живет. Не фланговать должны, блин, что-то они долго. А, там ребята только, смотрю, в ангаре остались, окей. Так там они без шумками были. Я даже кстати, вообще не понял, что они на базе. А вы сейчас кого лутает? Вот кто это дохлый валяется рядом с АВ? Кстати, чтобы задумка автора работала, надо этот ангар просто уничтожить редактор. Все. Зачем? Да. Зачем? Чтобы люди, оборона занималась тем, чтобы катался внутри круга, как это и задумано. Вы зачем так делать? Так зачем такая миссия? Так давай лучше просто поле возьмем, большое поле. Потому что штурмовать ангар это аутизм. Именно. Есть еще одна миссия, надо штурмовать ангар. Мы просто повторили эту миссию, все. Мой вопрос. А вот смотрите, у вас только РПГ, никто взрывчатку не делал. Как взорвать ангар? Ну все, вы проиграли. У командиров есть. Вот у командиров именно, его не взять. Так, они слышат, что вы? Они ой, а вы фига себе пошли. Он зашел. Зашел. Через стенку. Достал бы его. Че, что-то будет. Зря он последний. Разворот. Зачем пошел, внутрь вышел? А, я без звука играю, смотрю точнее. Это, я подумал, что он дым бросил. Да, поза, я тебя убил, все-таки. Краб.